Покажи местную достопримечательность. Я его увидела, он же сидел издалека. Вот такое что-то непонятное. Похоже, где-то же цикады должны быть. Может, это не цикады, но такой с глазками. Так смотрит. Вроде как на этого кузнечика. Нет, это не кузнечики, это те, которые цикады-то поют. Похож на него. Может, это не он. Он большой такой. Откуда его тут прилетел, он сюда. Он. Мой палец и он. Головки такие большие. Чуть шевелится. Видишь, теряюсь. Вон сидит товарищ, похож на цикаду, иди посмотри. Только хотит это, ходит. Штанишки надо одеть. Ветер сильный, да, такой. Ну, он-то машина, не, машина стоит. Ой, все никак не проснуться. Утро следующего дня. Утро следующего дня, да. Может, съездим куда-нибудь. Просто все равно сгорели. Я просто купаться что-то мне как-то не очень хочется. Вот. А это самое, купаться не очень охота. Да? Сейчас это хозяйка, которая нас встретила. Она сейчас шла вообще в кофте, в штанах. Но для них, видимо, может, холодно. Для нас-то не холодно, я тут в трусах ходим. Сегодня 27 обещали. Может, для них это холодно? Да, для них это может быть холодно, потому что она в кофте, в брючках такая, просто кровать наша не убранная. В кофте, в брючках, и это, и может быть совсем не холодно, а мы в трусах, да. Знаю, тут видела местные. Ходят, одетые. Тут еще этот с этими с большими ногами, который был в том углу. Мы его скинули. А куда его скинули? Побежит, он же кусается. Бегать его ловить тут под кроватью. Посмотрел, нету, бегает быстро. Ног у него много. Блин, у нас тут бардак, конечно. Такой. Так вот лежишь на кровати. Сейчас открою эту дверьку. Море видно. И из туалета сидишь на туалет. Ну, зараза, машина, колесо тут. В общем, вид портит всю. Парковка наша машина. Не, не портит. Очень, очень хорошо, что машина рядом. Что не надо куда-то далеко там к машине идти. Вот так вот. Ноги у меня вообще трындец. Как это самое. Пунцовые горят. Побольно, побольно. Побольно, побольно. А я еще посмотрела, думаю, странно, вроде бы тепло. Ну, чуть народ все окна закрывает на ночь. Думаю, вроде бы как бы чистенько, так ничего особенно. Не, ну вечером там, да, все какие-то жуки ползут на свет. Так-то вроде ничего. Утром проснулась, как в зоопарке, блин, в каждом углу. Что рядом, ну, у меня сразу домик, и вот сразу вот гора. То есть там оттуда все в эти ползают насекомые. Ой, буду. Ну что там это было? Кто это был за товарищ? Цикады?
Наверное, да. А, вон он уже с этой стороны. Сейчас его с другого ракурса. Ползает, ножки длинные. Все, улетел. Не пойму, с крыльями что ли, под машиной. Испугался камеры. Да, вот он в травку сел. Испугался. Черт побери. Вот у них здесь алоэ растет. Она его, видимо, отрезает. Такие хорошие, жирные. У них же большие алоэ растут, цветочки. Это не алоэ, тут пальма, что ли? Похоже было. Да, это этот. Цикадель был. Цикадель это был. Вот так вот.